Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». В студии Вячеслав Горецкий. Здравствуйте. Сегодня православные верующие празднуют день Параскевы Пятницы, покровительницы брака, домашнего хозяйства, купечества и торговли. Особое отношение к святой в нашем городе связано с тем, что в ее честь была построена первая церковь в Кунгуре. С тех пор Параскеву стали воспринимать как небесную покровительницу нашего города. Ее называют ангелом-хранителем Кунгура. Поэтому сегодня на сцене театра молодежи артисты поют песни о небесных заступниках, о добре, которое всегда восторжествует над злом. А в храмах города проходят праздничные литургии. Я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. Праздником Святой Великомученицы Параскевы Пятницы, небесной покровительницы города Кунгура. Желаю вам всем успехов в учебе, а самое главное – полюбить уроки труда. Кроме того, школьники города смогли сегодня познакомиться подробнее с житием святой заступницы Кунгура, поучаствовали в мастер-классах по народным ремеслам. А те ребята, кто отмечает сегодня День ангела, получили в подарок фигурки ангелочков. А попцы?